Здравствуйте, друзья, доброе утро. Вот вы видите прицепчик такой, на котором приехал маленький экскаватор. Bobcat такой, да, вот цепляется к траку. Такой типичный контракторский трачок. Вот к нему такая тележечка, по которой этот Bobcat может спокойненько съехать на дорогу. Оттуда уже к нам на участок. А вот уже и Bobcat у нас на участке стоит и что-то собирается делать. Еще не знаю что. Вы видите, может быть, вам видно? Тут разметочка такая красной краской напыляют таким баллончиком, где чего будет происходить. А вот и наши траншейки, видите, которые мы вчера обсуждали. Вот там ведь аккуратненько надо, там трубы проходят. Вот идет траншея в одну сторону, вот туда. Вот идет траншея в другую сторону, вот сюда. Вот вы видите, от водостока трубы. Так. Очень контрастно тут солнышко, тень. Мы вышли в тенистое место. Вот здесь просто тень. И просто вот из земли торчат вот эти трубы. Вот мы видим дом с его такой наиболее закрытой стороны. Такой амбразурный. Это вот окошечки, которые из нашей спальни. А вот там чуть подальше окошечки. Это из ванной комнаты, которая к спальне примыкает. Так это все выглядит. Был вопрос, что вот раньше думали землю не вывозить, а на месте раскидать, а теперь вот хотят вывозить. Значит, теперь хотят и то, и другое. То есть часть земли придется увезти. Вот там, где парень копает, там на фут уровень земли приподнимется. В общем, часть уйдет, часть раскидается. Есть план, поработал архитектор. И, в общем, План всем нравится, вот когда так он реализуется, более-менее будет видно. То, что сейчас происходит, это работы, в общем-то, земляные с одной стороны, с другой стороны, это вот то, что сверху на земле будет, плиточка, вот эти pavers и так далее. А потом уже пойдет озеленение как таковое, это как бы отдельный фронт работы. Вот вы видите, Света с контрактором беседует, они сравнивают вот по цвету. Paver с цветом, значит, наших ступенек дома. Они там подбирают по цвету, как это все будет. Есть большой выбор материалов, поэтому как бы надо много чего обсудить. Вот они стоят. Вот так землица перекочевывает с одного места на другое. Такой, я бы сказал, друзья, чернозем. Через стекло сейчас из своего офиса, а то, знаете, там шумно очень от мотора. Хочу сказать, что вот там в углу за этим Bobcat'ом там большая труба торчит, и там так называемый бейсин, там закопана такая фигня, и туда насыпаны камни, чтобы вода стекала, и туда трубы всякие идут, в общем, так все устроено. Но решили по совету нашего
контрактор, решили усилить эту систему и где-то на глубине, может быть, вот еще одного фута, вот видите, там киркой товарищ копает, где-то на глубине одного фута проложить еще одну трубу оттуда, и чтобы она шла в городскую так, вот, систему водяной такой канализации, с тем, чтобы если поднимется вода в бейсине на уровень одного фута от поверхности, то чтобы, значит, она прям прямым ходом отправлялась в городские сети. Вот такое было принято решение. Затихло.